Praveet, Minya Zavut Liasher. You probably recognize me from Dan and Dave, Theory 11, Illusionist, but today I'm here to talk about the 605s with you. They're my playing cards, and they're made by Fournier out of the north of Spain. Fournier makes some of the finest playing cards in the world, and to tell you just a little bit more about them, here's my friend Pavel Sidorov. Да, здравствуйте, друзья, меня зовут Павел Сидоров, и мы с Ли Эшером приветствуем вас на странице моего видеоблога. А сегодня мы поговорим об уникальных колодах, которые я признаю одними из лучших в мире, поэтому я так основательно подошел к этому обзору. Эти колоды были выпущены в двух цветах, зеленом и коричневом. Цвета густые, цвета интересные и смотрятся довольно-таки своеобразно, непривычно. Что интересно в этой колоде, это то, что колоду можно промывать влажной тряпкой, да даже можно в стакан с водой опускать. При покупке этих колод вам скидывают ссылку на файл с подробным описанием ухода за ними. Так скажем, уникальной колоде, уникальный уход. Вот, на своих экранах вы сейчас видите голографическую пломбу на колоде с надписью «Fournier». Кстати, насчет того, что колоду можно опускать в воду, я не шутил. Я действительно даже экспериментировал. Так вот, опустил карту в стакан с водой, достал, протер тряпкой, положил в колоду и все, и забыл. То есть колода приняла карту, как ни в чем не бывало, и даже карта не деформировалась, как это бывает со стандартными колодами. Колода упакована по всем правилам высокой защиты карт от повреждений. Как вы видите, колода упакована в целлофан не только снаружи, но карты также упакованы в отдельный целлофановый такой пакет. Вообще, все началось с того, что Ли Эшер искал карты высокого качества. А привычные колоды от United States Playing Card Company не давали того результата, который был желаем, не отвечали тем критериям качества, который был приемлем для специалиста высокого профиля. И Ли Эшер продолжил свои поиски по другим брендам. В итоге, только колоды от Fournier смогли собрать в себе большинство желаемых им характеристик. А поработав с ними некоторое время, он смог отметить уникальность этих колод, те были очень особенными, как выражается сам Ли Эшер. А в итоге, он окончательно и бесповоротно влюбился в эти колоды. И так свет увидела колода Fournier 605 серии с напечатанным автографом Ли Эшера на каждой коробке, как гарант непревзойденного качества от одного из уважаемых представителей иллюзионного жанра. Вот, на своих экранах вы видите дополнительную карту, на которой коллекционеры смогут прочитать и отметить для себя некоторые интересности, связанные с этой колодой. Что касается лиц, то они стандартные для Fournier бежевого цвета, стандартные интересные фурньеровские джокеры, туспик с брендовым изображением фабрики и надписью «Сделано в Испании», ну и автографом Ли Эшера, соответственно. Для тех, кто привык к дизайну колод от United States Playing Card Company, выполненных в международном стиле, эта колода покажется интересной и новой. Особенно стоит отметить рубашку, которую, в принципе, вы уже видели. Простенький такой витиеватый узор, вот для меня просто превосходен. Вот, смотрится просто шикарно. Боковая сторона колоды поначалу сильно режет руки, поэтому сперва я отложил эту колоду, да, ну так скажем, до лучших времен. Однако после боковые стороны обтираются и становятся мягкими. И по ощущениям колода начинает напоминать известный всем Jerry's Nugget. Единственное отличие, которое вот явно бросается в глаза этих карт от колоды Jerry's Nugget, это то, что колода Fournier от Ли Эшера не веерится. То есть она не подходит для отработки тех движений, которым требуется скольжение. Однако я не считаю это минусом. Я считаю, что колода превосходно подходит для отработки любых других движений. Крайне вынослива и считается колодой класса люкс. And those are the 605s. If you guys have any questions, you can always contact me at lee@leeasher.com. I will answer them all day long because I would love to hear from everyone in Russia. До свидания!